Ну и вот жители, а после этого я ему говорю: слушай, а от тебя морковкой воняет, отойди от меня. Вы погодите, жители, это еще не все. А по дому он ко мне такой подходит и говорит: Жители, извините, что прерываю ваш разговор. А, привет, житель, да, что такое? Вы не поверите, я сейчас копал шахту и нашел гигантскую залежу алмазов. Там все в алмазах, погнали быстрее все добывать. Чего? Да ладно, не может быть, Капот, погнали добывать. Да, Капот, побежали. Чего? Залежи алмазные, ты о чем? Ну, Ган, я копал нашу шахту, вот, которая у нас вон там находится, и нашел дофига алмазов, погнали, со всеми поделюсь. Погнали быстрее. Твою же алмазы. Стоп, стоять. И вы купили жителя, он же нас троллит. В смысле, ребят, вы че, я вас не троллю, там реально полно алмазов. Ага, так мы тебе и поверили. Мы просто тут веселимся, друг другу рассказываем различные истории. Ты подошел, затираешь про какие-то алмазы. Я реально хочу поделиться. Че-то слабо верится, жители, я вам не советую идти, я лично не пойду. Апо, ты уверен, что он нас обманывает? Ну, посмотрите на его лицо, он даже эмоции удивления отыграл. Мы тебе все поверили, житель. Не, я вам реально говорю, дам алмазы, серьезно. Да, алмазы. Я уверен, мы сейчас туда придем, а там ловушка. Капот, а может он не врет? Да я тебя умоляю, ты серьезно. Ладно, окей, житель, а давай с тобой поспорим? Ха, да запросто, давай. Ну все, житель, давай так, если мы сейчас спускаемся, и там какая-то ловушка, или ты нас просто обманул, или ты нас потроллил, или там не алмаз, а что-то другое, то ты мне должен 5 стаков изумрудов, договорились? Ха, да, окей, но если там действительно есть алмазы, то тогда ты должен мне желание. Все, окей, договорились, жители, вы слышали? Капот, мы тоже спорим, давай так. Если там действительно будут алмазы, то тогда ты нам всем по желанию. Всем по желанию, жители? Вы чему, действительно верите? Вы думаете, там будут алмазы? Ага, конечно. Я тоже участвую. Ой, жители, чего какие наивные? Вот сейчас я вам все докажу, и каждый из вас должен мне будет по 5 стаков изумрудов. Ну давайте, ребят, посмотрим, что там у них говорит алмазы. Да, ну да, я, конечно, так я и поверил. Так, куда нам, сюда, что ли? Да, Капот, нам сюда, спускайся. Вот, жители, смотрите, сейчас я попаду в ловушку, не будет там никаких алмазов. И вы все должны мне будете 5 стаков изумрудов с каждого, ребят, я стану миллионером? Чего? Я не могу поверить своим глазам. А, чё, Капот, желание теперь ты мне должен. И не только тебе, и мне. И мне. Погодите, стоп. Да это не алмазы, он обманывает. Ну-ка дай кирку. Да пожалуйста. Ща я узнаю, алмазы это или не алмазы. Так, добываю, еще один добываю. Сколько тут? Вроде алмазы. Ребят, вроде реально алмазы. Погодите. Вы чё, угораете? Я эту шахту вдоль и поперёк ископал. Почему ты нашел алмазы? Как ты это сделал? А вот так вот, секрет у меня есть свой. И всё, Капот, не отговаривайся, ты на всем желание должен. Ё-моё, нафиг я вообще на это подписался? Житель, а может отменим все это? Не-не-не, у меня есть уже желание. И у меня. Да ё-моё! Ладно, хорошо, я выполню ваше желание. Ну что, давайте алмазы добывать. Не, Капот, только мы добываем алмазы, а ты выполняешь наше желание. Да ё-моё! Господи, все, ладно, хорошо, забирайте. Капец, как я мог так облажаться, а? Что-то я был слишком уверен в себе, капец, поспорил с жителями на желание, на то, что там не будет алмазов, и, блин, я проиграл, черт. И какое интересное желание они мне загадают. Надеюсь, ничего страшного не будет, потому что, ну, я не очень хочу выполнять чьи-то там желания, честно признаюсь. Потому что эти желания, ребята, обычно они такое загадывают, что... О, тихо, кто-то пришел. Сейчас узнаем, кого там ко мне занесло. Так, открываем двери. О, житель, привет, а что ты тут Стоп. Жители? Я не понял, а чё вы в очередь выстроились возле моего дома? В чем прикол? Что происходит? Как что, Капот? Ты нам всем желание должен. Да, между прочим. Ё-моё, ну ладно, хорошо, давайте. Все-таки мы с вами поспорили, поэтому давайте, я выполню, что вы хотите. Не-не-не, по очереди. Я первый в очереди. Можно зайти к тебе в дом? Ну ладно, хорошо, давай пойдем. Значит так, Капот, смотри, ты должен надеть это и писклявым голосом спеть свою песню «Я ем головы на завтрак». Чего? Что надеть? Вот это вот? Что? Я не буду этого делать! Капот, это мое желание! Ё-моё, ладно, хорошо, я это сделаю, давай! Я ем головы на завтрак, не думая завтра, трепим на квадрат, а кто здесь главный по Майнкрафту? Кто?
ты такой смешной в этом костюме? Да капец, житель, надоело издеваться. Все, я выполнил твое желание. Так, а теперь давай то же самое, только не пискрявым голосом, а грубым. Да ё-моё, ладно, хорошо. Я ем головы на завтрак, не думая о завтра. Капец, житель, ну все, хорош уже издеваться. Ну ты посмотри на меня, ну я... На кого я похож? Ну все, ладно, больше не буду. Можешь снимать этот костюм. Капец, ну у тебя и желания, конечно, дурацкие, так сказать. Ладно, все, забирай свой костюм и уходи. А, давайте там еще желания выполнять дальше по очереди. Какие у жителей тупые желания? Так, кто там следующий? Ты что ли? Только давай без тупых реально желаний. Ладно, так, Компот, тебе нужно, знаешь, что сделать? Занести пианино и шкаф ко мне домой. Пианино и шкаф? А, погоди, а сколько они весят? Не знаю, 5 человек пытались занести это в мой дом, и у них не получилось. Теперь это твоя задача. Слушай, а ты не хочешь, чтобы я надел костюм арбуза и станцевал головы на завтрак свой трек, не? Да, по-моему, это бред какой-то. Давай иди занеси шкаф и пианино. Офигеть. Мне кажется, я сегодня, ребят, не выживу, честно вам говорю. Ладно, хорошо, пойдем к тебе домой. Господи, я уже вижу этот ужас. Как мне это сейчас заносить, я не понимаю. Извини, Компот, но таково мое желание. Я даже не знаю, с чего начать, с пианино или со шкафа. Это, господи, ладно, хорошо, я попробую взять пианино. Ребят, надеюсь, вы уже поставили лайк за мое здоровье. Так, ладно, хорошо. О! Спина! Ё-моё, я все занес. Ну, спасибо тебе, конечно, большое, Компот, но только вот что-то тесно тут как-то у меня теперь дома стало. Ну да, есть такой момент, короче, все, житель, я пошел, чуть у меня спина болит. Да не, Компот, мне что-то как-то не нравится, как это у меня все дома, а можешь это вынести все заново? Ой, я сегодня никуда не пойду вообще. Не-не-не, все, я сижу дома, потому что я когда это пианино заносил, потом еще шкаф, капец, у меня теперь спина болит до ужаса и... Да ё-моё, жители, желание, господи, зачем я на это подписался только? Так, ну а тебе чего? Моя очередь загадывать желание. Давай, житель, я тебя слушаю. Ты же у нас фермер, я хочу, чтобы ты поухаживал за моей фермой, а то у меня времени нет и сил. А у меня будто есть силы. Ладно, хорошо, житель, пойдем ухаживать за твоей фермой. Ну, по сути, с этим заданием я должен справиться легко, потому что я все-таки фермер как-никак. Так, что тут надо сделать? Смотри, Компот, короче, для начала тебе нужно сделать ферму, а то я пытался, у меня ничего не получилось. Ну, огород небольшой, скажем так, я там уже выкопал все под воду. Вот, и еще тебе также нужно накормить свиней и коров. Ладно, без проблем, сделаем, в принципе. В принципе, это не так сложно. Так, тут вроде все есть для того, чтобы это сделать. Давайте берем для начала. Так, животные мои дорогие, давайте отходите. Роман Компот сейчас будет сюда наливать ведрышки с водой, как говорится. Так, их давайте всех подвинем и будем вскапывать вот тут вот ферму. Садим сюда морковушку, картошечку, естественно, семена пшеницы. Так, теперь нужно кормить животных. Ну, давайте это прямо сейчас сделаю. Так, для начала свинюшки. Свинюшки, пожалуйста, кушайте. И вы, коровки, тоже, естественно, кушайте. Так, все, теперь выходим, и, на удивление, я справился довольно-таки быстро. Это действительно было очень просто. Капец, знал бы я, что это так просто, сам бы сделал, а тебе другое желание загадал. Но, все, извини, твое желание как бы уже исполнено, поэтому все, на этом все. Ну ладно, Компот, спасибо. Надо с тобой почаще спорить. Не-не-не, больше я никогда ни на что спорить не буду. Так, ладно, побежали назад. Там еще есть жители, которым я должен желание. Так, ну рассказывай теперь ты, какое у тебя желание. Компот, тут такое дело, что у нас у всех жителей теперь одно желание, одно на всех. То есть, погодите, вы хотите сказать, что я могу сейчас выполнить одно желание за 6 жителей и все, я свободен? Да, именно так, ты готов? Да, конечно, я готов, это будет максимально просто. Не-не-не-не, я не готов, это будет максимально сложно. Давай, Компот, мочи этого босса, это наше желание. Да вы с ума сошли? Он же меня одной левой или одной правой, да или вообще без рук уничтожит. А вы уверены, что эта алмазная броня мне вообще поможет? Давай, Компот, в битву. Ладно, хорошо, сейчас съем яблочко. Что ж, я готов биться с этим боссом. Давай, пошел процесс. Так, тихо-тихо. Воу, тихо, осторожно. Ё-моё, меня сейчас раздавит, он меня сейчас затопчет. Осторожно, мочим. Раскидываем его. Капец, он огромный. Так, тихо. Так, нужно убегать от него, а он со мной идет. Ладно, хорошо, не надо отступать.
поступать. Просто нападаем на этого босса и серьезно? Это все? Нифига, ты как такого быстро грохнул? Я сам не знаю, видимо, со страха. Офигеть, так, а давай посильнее босса тебе дадим. Стоп, минуту, секундочку. Вы сказали выполнить ваше желание. Одно, я его выполнил. Черт, ну ладно. Все, жители, я свободен, ура, наконец-то все. Я выполнил желание всех жителей, всех до единого. Чтобы я еще раз когда-нибудь с кем-нибудь спорил. Вот серьезно, больше просто не хочу. И вам, кстати говоря, тоже не советую с кем-то на что-то спорить, потому что кто знает, кто прав. На сегодня я выполнил задание абсолютно всех жителей. Надеюсь, я справился с этим нормально. Ну а с вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята.